Здравствуйте. Всем привет. Мы первые приезжаем в Москве. Да, вот мы стоим здесь. Отойди, Кирилл, отойди. Вот Анечка. Что, не слышишь? Да. Мышцы. Е-е-е. Давай. Говорят, отойди, ты идешь вперед. Москва. Ученикам школы танца Street Project. Street Project, привет! From Moscow. Пойдем. Все, Ань, домой можно ехать уже, все. Да. Все прикольно. Че, у тебя мужик пролетает, чух, из рук удергивает. Мы местные, просто метро снимаем. Мы местные, да. Просто снимаем метро. Мы каждый день так делаем. Да, обычно что мы вообще на нем ездим. Не часто видел. Обычно на этом просто ездим. Обычное дело, так людям к людям спустились. Стоим в метро, снимаем, да. Что делать, куда идти? Мы в метро. Ты смотрел фильм «Метро»? Во! Да. Если... Я посмотрел и экипаж, и метро. Кому интересно, да, можешь посмотреть кино «Метро». Сейчас, снимай вон тебе. Поезд там приезжает. Вон поезд, пора. Анечка, давай, поезд, смотри. Давай, подожди. Как у вас дела? Зергу. Мы в аэропорту. В аэропорту Шереметьево. Терминал F. Контрол. Вот, бурундук. Ну что, опять что ли, паспорта? А с этой стороны девушки рядом с вами. Аэрофлот российской авиалинии, члена альянса SkyTeam. Обратите внимание, что правила безопасности полетов требуют, чтобы ваш багаж был размещен под сиденьем впереди стоящего кресла. Полки над вами предназначены для верхней одежды и легких вещей. Аварийные выходы и проходы должны быть свободны от лишних предметов.
не знаю. Дамы и господа, Танечка. Все рейсы Аэрофлота объявлены некурящими. Воздержитесь от курения на борту нашего самолета в течение всего полета. Обращаем ваше внимание на то, что в интересах безопасности все электронные приборы должны быть выключены на время взлета, набора высоты, снижения, посадки и руления самолета. Благодарим за внимание. Искренне ваш Аэрофлот. А это что такое? Ladies and gentlemen, Aeroflot, Russian Airlines, a member of SkyTeam, welcomes you on board this Airbus A330. Не, серьезно? Please note that your hand luggage will be stowed under the seat in front of you. The overhead bins are for coats and light items only. All emergency exits and aisles in your area must be cleared of any personal items. Ladies and gentlemen, please note that all Aeroflot flights are non-smoking. Ты что, камеру убрал? We ask you to refrain from smoking. Как самочувствие, Дима? Как самочувствие? Прекрасно. Где наши полтора литра, Дима? Там? Нет. Ха-ха. Будут. Анечка. Шо? Кому звонишь? Я маме сегодня спрошу. Дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронные приборы выключены, ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Облака из неведомой страны к нам.